Мелкие у меня пришли из школы. Сейчас мы пойдем обедать. Так, Егор, не шуми. Я хочу заснять рыжего ребенка. В пледе укутанный, пригрелся. В общем, дрыхнет он тут у нас. Так, все, пойдемте супчик греть. Егор, не трогай котенка, пусть спит. Пусик! Пусик! Мяу! В общем, не могли... Уже убежал. О, стесняется. Не могли не заснять. Вот этот вот наглый большой кот сидит около открытой двери и орет, чтобы ему открыли дверь пошире, чтобы он туда прошел. В общем, лентяй из лентяев. Кс-кс-кс-кс. Иди, я тебе открою. Пойди. Иди. Иди, пусенька. Пойди, мой хороший. Смотри как. О, теперь пройдешь. Вот так. А маленький рыжий, он дверь уже умеет открывать. Ну, конечно, если она совсем не захлопнута, а вот так прикрыта. Он подсовывает лапку и открывает. А большому вот лень. Я извиняюсь, что съемки у нас в туалете. Но не могли не заснять. В общем, Лера рыжему ребенку поменяла горшок. Ну, наполнитель сменила, вымыла этот горшок. И смотрите, что у нас происходит. Егорка, не подталкивай меня. Ай, вот так. В общем, ребенок спит. Ну, наполнитель тут чистый, он еще в него не писил. В общем, его здесь хорошо. Масик. Кс-кс-кс-кс-кс. Устал.